Часто в интернете, особенно среди новых пользователей, звучит такой вопрос. Как узнать, IP-адрес свой или IP-адрес чужого сайта? И просмотреть подробную информацию по нему. Для этого существуют бесплатные онлайн-сервисы, которые не только покажут IP-адрес, но и предоставят по нему всю необходимую информацию. Ссылку на два таких сервиса я оставлю под видео. Давайте на примере этого сайта, Таврика.тур, я покажу, как это делается. То есть проверим этот сайт. Для этого перейдем на сам сервис spice.ru. Вот здесь сразу можно увидеть свой IP в этом окошечке. Чтобы нам проверить IP этого сайта, который мы хотим посмотреть, надо перейти, допустим, на проверить IP. На эту вкладочку. Вот перешли. И в это окошко вставляем или IP-адрес, или имя хоста. У нас есть имя, мы вставляем taврика.tur.com и кликаем «Проверить IP». Пожалуй, сейчас увеличу. Смотрите, с левой стороны что получается. Проверка IP дала. IP-адрес, во-первых. Так. Страна по данным GIP США, Лос-Анджелес. То есть понятно уже, что человек шифруется, что он не дает свои данные. Найдено сайтов на этом IP аж 11 штук. Вот они все. Мы их тоже можем все просмотреть. То есть это говорит о том, что уже этот сайт taврика.com, который предлагает буквально за один день из $100 сделать 200, конечно, это все липа, и вкладывать туда денежки не стоит. Вот так легко и просто можно узнать свой IP и IP любого сайта при помощи этих бесплатных онлайн-сервисов. Надеюсь, информация была кому-то полезна. Всего хорошего. До новых встреч!